Добрый день, уважаемые подписчики! Рад приветствовать вас на нашем канале компании ProgressAuto. Представляю вашему вниманию японский трактор марки Mitsubishi, модель MT-205. Трактор дизельный, трехцилиндровый, укомплектован почвенной фрезой. Рабочая ширина фрезы составляет 140 см на трехточном навесном устройстве. Вал отбора мощности у нас имеет 4 скорости. 3 переднего вращения, 1 обратного. Расположение стандартное. С левой стороны находится педаль сцепления. Выше под рулевой колонкой слева располагается включение света, поворотников, сигнала. По центру у нас располагается включение функции быстрого разворота, паркинг, классический раздвоенный тормоз, ножной газ. Под рулевой колонкой справа ручной газ, на правом крыле заднем располагается, ну, собственно, само включение вала отбора мощности, подъем опускания задней навески, глубина вспашки, автогоризонт, это все функции дополнительные на почву фрезу. Так, пройдемся. С этой стороны на левом крыле у нас располагается, собственно, сама коробка, 4 скорости, здесь повышенная, пониженная, включение 4WD, 2WD, собственно, реверс, вот такой вот бардачок. По наработке у нас 636 моточасов, состояние резины хорошее, нету никаких трещин. Даже остатки заводской пленки еще присутствуют. Трактор находится у нас в городе Омске по адресу Авиационная 6. Если вы хотите более подробной информации, переходите, пожалуйста, на наш сайт progressauto.com или звоните по номеру телефона 8 913 629 98 59. Спасибо за внимание.